Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Меня зовут Сергей Васильевич Березницкий. Я работаю в отделе этнографии Сибири, в музее антропологии и этнографии имени Петра Великого, Кунсткамере. Сегодня я вкратце расскажу о грантовском проекте Российского фонда фундаментальных исследований 2018-2020 годов, в котором я участвую совместно с другими учеными Санкт-Петербурга и Москвы. Этот проект под названием «Исследование народов Сибири и Московская этнографическая школа. Методология, материалы и коллекции Тунгусской экспедиции 1927-28 годов» руководит Владимир Николаевич Давыдов, заместитель директора Майоран по научной работе. В течение 3 лет мы собирали материалы в этнографических экспедициях в Сибири и на Дальнем Востоке, в центральных и региональных архивах, библиотеках, музеях, выступали с докладами на всероссийских, региональных, международных конгрессах, конференциях. И в данный момент мы занимаемся написанием разделов коллективной монографии по теме гранта. Проблемы, которые входят в теоретический и практический контекст этого проекта, слишком многочисленны и многогранны, чтобы в достаточной мере осветить всю их сущность и содержание в одном видеосюжете. Я занимаюсь изучением этнографии коренных народов Амуро-Сахалинского региона, поэтому постараюсь вкратце рассказать о деятельности Тунгусской экспедиции именно на этой территории, о ее маршруте, основных результатах, с какими историческими сюжетами, событиями, местностями, личностями она была связана. Тунгусская экспедиция 1927-28 годов была организована Центральным музеем народоведения и антропологическим институтом Московского государственного университета под общим руководством профессора Бориса Алексеевича Куфтина. В состав экспедиции входили археологи, антропологи, этнографы, этномузыковеды Борис Александрович Васильев, Максим Григорьевич Левин, Яков Яковлевич Рогинский, Валентина Константиновна Стешенко-Куфтина и другие исследователи. Цель Тунгусской экспедиции заключалась в сравнительном изучении антропологического типа, этногенеза, особенностей материальной и духовной культуры, расселения тунгусов-маньчжуров в Восточной Сибири и Дальнего Востока. В 1927 году Тунгусская экспедиция состояла из 2 отрядов. Один в составе Куфтина, Левина, Рогинского работал на Байкале, собирал этнографические данные о культуре эвенков, исследовал тунгусские могильники. Другой отряд, Васильев, Покровский, к которым присоединился позже Куфтин, работал на Нижнем Амуре, среди орочей, удыгейцев, нанайцев, нивхов. В 1928 году экспедиция стала делиться на Сахалинскую и Амуро-Приморскую группы. Первая. Васильев Покровский, студент МГУ Пришвин, изучала культуру ульчи и нанайцев в низовьях Амура, ороков ульта на восточном берегу Сахалина. Собирала в них коллекции по оленеводству, рыболовству, медвежьему празднику, одежде, прикладному искусству. Амуро-Приморская группа Куфтин, Ватагин, Стешенко-Куфтина работала среди удыгейцев на реке Хор, у нивхов Амура и Татарского пролива. Васильев и Покровский доехали до мест проживания орочей на пароходе без особых проблем, чего никак нельзя было сказать о Куфтине, который от Байкала до Хабаровска ехал на поезде, но сделал остановку для исследования могильников на реке Зея. В Хабаровске Куфтин встретил Ерухима Абрамовича Крейновича,
который ехал на Сахалин, где он уже целый год изучал этнографию и язык нивхов. Фотографии с сайта архива Академии наук. Краинович был учеником знаменитого Льва Яковлевича Штернберга. И Куфтин огорчил его печальным известием о смерти Штернберга 14 августа 1927 года. Вот представьте себе, Краинович сидит между двумя легендами отечественной науки – Владимиром Германовичем Богоразом и Львом Яковлевичем Штернбергом, которые специально так оформили его проводы на Сахалин. Попробуй теперь, не оправдай надежды на тебя таких великих людей. Куфтин добрался до селения Троицкого на территорию нанайцев. Это здание краеведческого музея, у которого установлены деревянные фигуры, олицетворяющие собой семью таежных великанов. Образ этого великана широко известен под разными именами у нанайцев и ульчей. Это Калгама, у орочей и у дегейцев Кадзяму, у нивхов Гинивгун. Это очень интересный персонаж низшей демонологии, не относящийся однозначно к разряду духов, но дающий охотничий фарт. Куфтин планировал пешком и на лодке пройти по бассейну реки Анюй, перейти хребет Сихоте-Алинь и попасть в императорскую гавань. Вот такую дистанцию ему пришлось бы преодолеть через вот такие горные хребты. Хорошо, что его отговорили от этой опасной затеи. Конечно же, московский профессор, несмотря на присущую ему природную неуемную энергию, азарт, иногда даже бесшабашность, не обладал опытом длительных экспедиций через дальневосточную горную тайгу. Это было характерно для Владимира Клавдиевича Арсеньева, который в это же лето 1927 года работал со своим отрядом сравнительно недалеко от Троицкого на реке Пихце, которая впадает в озеро Гасси, система Амура. В конце концов, Куфтин после сбора этнографических материалов среди нанайцев и удыгейцев на Амуре, на Анюе, принял единственно правильное решение и поехал в Николаевск на пароходе. Но там он тоже не терял время зря даром и изучал пассажиров, нанайцев, ульчей, ульта, нивхов, сравнивал их. Куфтин не оставлял своих исследований в Богородском и Тыре. В путевом дневнике Куфтина есть такая запись. В Тыре собрал сведения о расположении древних крепостей и местах сосредоточения находок. Этот регион никогда не оставался без внимания отечественных и зарубежных исследователей. В Татарском проливе побывал французский мореплаватель Жан-Франсуа де ла Перуз, который дал современное название орочам, которых впоследствии и исследовала Тунгусская экспедиция. Англичанин Уильям Браутон, в честь которого был назван один из островов Курильской гряды. Русский мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн. Русский мореплаватель Геннадий Иванович Невельской, который во главе Амурской экспедиции в середине XIX века доказал, что Амур судоходен. Это событие во многом сыграло главное решение в процессе присоединения Амурского края к России. Выдающийся исследователь и патриот принимал коренные народы региона в российское подданство у стойбища Тыр в июле 1850 года. Это место знаменито не только своей природной красотой и мощью, но и геополитическими событиями 15-20 веков.
15 веке в результате разведывательных походов Евнуха и Шихи, направленных правительством династии Мин 1368-1644 годы, здесь были построены в 1413 и 1433 годах буддийские храмы вечного спокойствия в честь Бодхисаттвы Гуанинь Авалокитешвары, богини милосердия и добродетели. Были установлены каменные стеллы с вырезанными на них надписями на китайском, джурджэнском и монгольском языках о присутствии здесь этой экспедиции. Недавно эти тексты были проанализированы в фундаментальном научном издании петербургскими и дальневосточными учеными. Местные народы оба раза разрушали эти храмы и сбрасывали со скалы в Амур, глубина которого в этом месте, по разным источникам, от 60 до 90 метров. Об этих стелах писал Николай Спафарий, Николаас Витцен, Алексей Павлович Окладников и многие другие путешественники и исследователи. Известный фотограф Дальнего Востока Ланин зафиксировал стелы на своей фотографии. В 1891 году обе стеллы были привезены во Владивосток и переданы в Музей общества изучения Амурского края, ныне Приморский государственный объединенный музей имени Владимира Клавдиевича Арсеньева. Тырская стелла 1413 года является единственным в мире эпиграфическим памятником, объединяющим тексты на китайском, джурджэнском и монгольском языках. В 1995-96 годах археологическими раскопками в Тыре руководил Александр Рудольфович Артемьев, талантливый ученый, жизнь которого трагически прервалась в 2005 году. Постепенно Куфтин доехал на пароходе до Николаевска, где разместился в школе, как он пишет в своем дневнике, цитата, «сложил свой багаж в школе, единственном, кажется, каменном здании, сохранившемся от разрушения Николаевска революционным бандитом Тряпицыным». Так Куфтин оценил деятельность одного из военных командиров гражданской войны Якова Тряпицына. Однако тема эта до сих пор окончательно не исследована. Изучение характера деятельности Тряпицына на Нижнем Амуре продолжается до настоящего времени. Причем исследователи разделились на два непримиримых лагеря. Одни осуждают его за артиллерийский обстрел и разрушение Николаевска на Амуре, за уничтожение японского военного отряда, в результате чего Япония усилила интервенцию Дальнего Востока, оккупировала Северный Сахалин до 1925 года. Другие исследователи, наоборот, оправдывают действия Тряпицына в то жестокое, сложное время гражданской войны. В любом случае, Куфтин прикоснулся к очень важной, неоднозначной, трагической странице не только дальневосточной истории, но и общероссийской, и в целом геополитической. После этих событий прошло всего 7 лет, и к прибытию Куфтина Николаевск еще не был восстановлен. В Датто, центр расселения тумнинских орочей, Куфтин мог добраться только на пароходе, следующем в конце августа во Владивосток. До отправления рейса оставалось несколько дней, которые Куфтин решил использовать для изучения культуры местных нивхов в стойбище Чарбух, находящемся в Амурском лимане, недалеко от стойбища Озерпах. Нивхи стойбища Чарбух отговорили Куфтина работать с ними. Цитата. «Здесь подлинный гелякский быт совсем не сохранился. Сплошь русские избы, коровы, лошади. Ни медвежьих клеток, ни свайных амбаров здесь давно уже нет». Несмотря на это, Куфтин все-таки поработал в Чарбухе с шаманками, нашел здесь культ близнецов, культ убитых на охоте медведей, погребение через сожжение, применяемое к умершему от чахотки. Все это ему удалось обнаружить, обойдя кругом ближайшего окрестного стойбища.
Итак, Нивх и Чарбуха посоветовали Куфтину поехать в стойбище Вайда в 35 километрах от Николаевска выше по Амуру. О стойбище Вайда нужно сказать несколько слов более подробно, так как оно очень знаменито в истории миссионерства. Именно в стойбище Вайда в 1846 году трагически оборвалась жизнь католического патера де ля Брюньера, который прибыл на Нижний Амур из Китая по реке Уссури для обращения коренных народов в католичество. В источниках читаем: «В 32 верстах выше города Николаевска, на левом берегу Амура, в весьма живописной местности, находится гиляцкая деревня Вайт, расположенная у подножья высокой и утесистой горы. В 3/4 версты ниже селения видна небольшая, но очень красивая скала, стоящая на самом берегу реки в виде отвесной стены красного цвета. За скалой тянется длинная узкая полоса земли, вдавшаяся далеко в реку и образующая небольшой полуостров. Скала и утес названы русскими убиенными». Молодые нивхи стойбища Вайда и Маго, несмотря на запрет своих стариков, убили и ограбили миссионера. Набрали вещи, христианские крестики. В середине 19 века подробности о его смерти расследовал руководитель амурской экспедиции Геннадий Иванович Невельской с помощью своего друга, проводника и переводчика Нивха Позвейна. С большим трудом Куфтин нашел лодку до Вайды, так как начинался нерест лососевых, и все нивхи ждали прихода рыбы. Интересный факт о народах, проживающих в Вайде, в 1927 году в дневнике Куфтина. Цитата. «В лодке, кроме геляков и меня, ехало еще два пассажира. Старый кореец и женщина-татарка, прекрасно говорившая на русском. Ее отец был чеченец». В Вайде Куфтин обнаружил большое количество медвежьих срубов, культовой скульптуры, связанной с различными верованиями, с культом близнецов, шаманством. Однако Куфтин сразу же ощутил отличие нивхов стойбища Вайда от остальных коренных народов, с которыми работала тунгусская экспедиция. Причем не только ментально, но и практически. Собранную им коллекцию шаманской культовой скульптуры нивхи категорически отказались отдать даже после совета старейшин. Обратно в Николаевск Куфтин пошел пешком, так как нивхи не стали его вести из-за начавшейся рыбной ловли. Пошла кита. Затем Куфтин посетил Сахалин. В этом рейсе его попутчиком оказался Кринович, который рассказал Куфтину об очень важных этнографических наблюдениях. По мнению Крайновича, культура материковых нивхов была гораздо богаче сахалинских. На Сахалине пароход привез Куфтина к мысу Жанкиер в бухте Александровска. Мыс Жанкиер, или Жанкиер, это мыс на западном берегу Сахалина, на 51-й параллели северной широты. Это впадающая в татарский пролив скала. Напротив этого мыса в море расположены знаменитые скалы Три Брата, символ Александровска. Название мыса Жанкиер дал французский мореплаватель Жан-Франсуа де Лаперус в 1787 году в честь Жака Пьера Жанкиера, французского адмирала. Как уже говорилось, Лаперус считается первым европейцем, который в 1787 году посетил Орчи на побережье Татарского пролива, дал им такой экзоэтноним и название залива в честь морского министра Франции маркиза Шарля Эжена Габриэля де Кастри. Залив де Кастри – настоящее название залив Чихачева, современное. Представляет очень удобное естественное убежище для военных и торговых судов. Вот такой залив де Кастри, а такие красивые пейзажи залива де Кастри. А так представляли себе орочи участники экспедиции Лаперуза в 1787 году. Следующая гравюра очень интересная. Она изображает жителей де Кастри
по мнению художника из атласа «Поиски Лаперуза». Эта гравюра, она сама достойна отдельного рассмотрения, потому что здесь на этнографическую основу наложена фантазия художника. Во время пребывания на Сахалине в течение нескольких часов Куфтин успел осветить сложнейшую проблему советско-японских отношений. С 1920 по 1925 годы Северный Сахалин временно принадлежал Японии и был освобожден весь остров только в 1945 году. Куфтин отметил неплохую японскую инфраструктуру, цитата, «проезжали мимо заброшенных японских сооружений во время интервенции, узкоколейную дорогу на рудники, многочисленные мосты, теперь разрушенные. Они вложили уже здесь много энергии». Куфтин ездил в стойбище Арково, к Нивху Чурке, информанту Льва Яковлевича Штернберга. Вот на этой фотографии изображен Краинович и Нивх Чурка, а здесь знаток родной культуры, сам Нивх Чурка. После кратковременного посещения императорской советской гавани Куфтин добрался до Датты, где и встретился с членами Тунгусской экспедиции. В Дате Куфтина высадили у совершенно отвесного скалистого берега возле священной для урочей скалы Мамача, стоящей сегодня напротив своего сакрального супруга по имени Мапача, то есть дедушка. Это Датта, это священная скала Мамача бабушка и священная скала прародитель урочей Мапача дедушка. Ритуал угощения урочами этих священных скал предков в устье реки Тумнин зафиксирован исследователями 19-21 веков. Он соблюдается уже многими поколениями урочей. Вот урочь Алексей Кимович Подудинка угощает дедушку кровью горбуша. Вот он в таком наряде был в 2006 году. А это группа исследователей, которая фиксировала этот ритуал. Это ворочь Юрий Копенка угощает скалу бабушка Мамача кровью горбуш. В основе ритуала угощения и почитания этих скал лежит миф о прародителе орочей и культурном герое Хадау. Местный краевед, знаток окрестностей, видеооператор-любитель Александр Святославович Грозин в настоящее время пишет книгу о сакральных ландшафтах орочей. Он собрал у орочей дополнительный интересный материал о скале собака Мамача. Суть этого предания такова. Скалы Мапача, дедушка, и Мамача, бабушка, когда-то были людьми, прародителями всех орочей. Когда бабушка состарилась, она превратилась в одинокий утес в бухте по правому берегу Тумнина. Дедушка послал свою собаку охранять покой Мамачи, а вместе с ней и весь орочский род. Собака окаменела и внешним видом напоминает голову бабушки. Вот такая скала бабушка. Дедушка превратился в скалу Мапача на противоположном берегу залива. Все поселения местных орочей расположены в очень удобных в промысловом отношении бухтах и реках. Можно добывать нерестовую рыбу, морского зверя, речную рыбу, охотиться на таежных зверей, собирать дикоросы. Напротив Даты находится очень интересное место, скала, место жительства великана Кадзяму. Это вид Даты с самолета. Это Дата, также вид самолета и устья Тумнина. Особый таежный великан Кадзяму имеет сложную, нечеловеческую, но и не сверхъестественную природу. То есть он не считается орочим духом. Это 3-5-метровое существо, таежный житель, могло вредить людям, похищать детей, а особенно молодых красивых женщин. Однако оно же могло дать пожизненную промысловую удачу – фарт. В бассейне рек Тумнин, Хуту, в орочских стойбищах Дата, Мангахто, Хуту-Дата, Уська-Орочская. А это картина Сидорова «Медвежий праздник». Николай Павлович Сидоров, учитель, долгие годы он жил среди орочей, основал музей, который теперь называется его именем, дал образование многим орочам. А это очень интересное здание железнодорожной станции
в селе Усть-Корочское, а железнодорожная станция называется Усть-Корочи. Это здание, построенное японскими военнопленными. Это современный вид порта Ванина. Куфтины Васильева обследовали окрестности, культовые сооружения, промысловые, лечебные, шаманские, присутствовали на шаманских камланиях, записывали шаманские тексты, собирали коллекции для музея, включая не только культовую скульптуру, шаманские атрибуты, утварь, но даже целые лодки и корявые дома в разобранном виде. Здесь Васильев и Куфтин работали с шаманами Василием, Иннокентием, Купцой, Андреем, Марьей, Натальей. В дневниках Куфтина имеется огромное количество ссылок на сделанные им в экспедиции фотоснимки у коренных народов Амура и Сахалина, озаглавленные так: фото БК, то есть фото Бориса Куфтина, соответствующим номером. Однако негативы пока не найдены. Анализ этих фотографий оказал бы неоценимую помощь при составлении этнической картины амурских этносов 1-3 20 века для классификации их культовой скульптуры, иллюстрации особенностей их древней культуры. Васильев сделал огромное количество ценных фотографий, живые зарисовки быта, хозяйства, промыслов, орочей, элементы медвежьего праздника и шаманства. Проиллюстрировал кузнечный промысел, процесс изготовления утвари из бересты, посуды, короба для сбора ягод, хранения продовольствия. Этнографу удалось прекрасно показать внутреннюю планировку, все типы орочских жилищ, промысловые палатки и легкие шалаши, корявые летники и зимники, шалаш-роженицы, деревянные избы со стекленными окнами, помещения для варки еды для собак, амбары для хранения продуктов, вишала для вяления рыбы. Поэтапно Васильев представил процесс добычи нерестовой рыбы, кита, горбуши и других. В реках Тумнин, Хуту, Хади, вишала для ее вяления, сортировку и увязку, помещение их, этих связок, берестяные короба и хранение в зимних амбарах. Подробно показал обработку рыбьей кожи в специальных кожемялках. Кожу засовывали в отверстие деревянного бревна и долго били обухом или лезвием, специально затупленным топора. Затем кожу мяли руками и изготавливали из нее головные уборы, халаты, ноговицы, фартуки, промысловую повседневную, праздничную, зимнюю и летнюю, мужскую и женскую, детскую одежду и обувь. Показал интересные технологии по очистке, обжиганию на костре днища деревянных лодок от заусениц, которые образовывались от ударов камнями на речных перекатах. Такие заусеницы значительно тормозили движение лодки по водной глади. Сюжетам охоты Васильев посвятил гораздо меньше фотографий. Например, отплытие каравана лодок в тайгу, охотник в нескольких ракурсах со снаряжением для зимней охоты, ловушки, самострел. Хотя охотничий промысел занимал важное место в традиционной культуре орочей, особенно на копытных, лося, кабана. После каждой добычи медведя орочи устраивали медвежий праздник. На этот ритуал приглашали много гостей с соблюдением табу. Варили голову, медвежье мясо, произносили речитации, играли на музыкальном бревне. После праздника череп и кости медведя погребали на специальном медвежьем кладбище. В этом месте запрещалось рубить дрова, собирать дикоросы и вообще приходить сюда без цели. Интересными являются фотографии орочских могил. На них для души покойного оставляли намеренно испорченные лодки, нарты, предметы утвари. Могилу утопленницы закрывали рыболовной сетью для того, чтобы защитить душу умерших от возможного воздействия злых духов. Значительный процент фотоколлекции занимают портретные композиции, на которых Василий фотографировал детей, мужчин, женщин, кузнецов, шаманов в традиционной европейской одежде. Сделал настоящий видеоряд, которым представил
Живые зарисовки быта орочей, проживавших в 1927 году в бассейнах рек Томнин, селения Хотудатта, Уська-Орочская, Датта, Мангахто, в районе Бух-Датта и Советская гавань. Таким образом, анализ фотографий, сделанных Васильевым на Томнине и в окрестностях Советской гавани, показал этнокультурные особенности традиционного быта, хозяйства, занятий, верований, ритуалов, праздников этой группы орочей. Практически все, кроме некоторых образцов европейской одежды и обуви, огнестрельного оружия, заимствованные русских технологий строительства из предметы орочи брали из окружающей природы. Рыбу, мясо, материалы для изготовления жилища, одежды, обуви, транспортных средств. Природе же орочи поклонялись в виде ритуалов угощения хозяев местности, воды, рек, гор, тайги, моря. Особенно важную роль в их жизни играл образ медведя, как олицетворение реального, таежного и самого сильного хищника в регионе, а также как сверхъестественного священного предка, от которого вели свое происхождение практически все родовые подразделения орочского этноса. Некоторые фотографии прекрасно иллюстрируют один из важнейших общественных ритуалов орочской жизни – медвежий праздник. Варка мяса мужчинами отдельно от женщин в тайге, почитание головы медведя, помещение ее на ритуальный столб, украшение ритуальными стружками. Ритуальный запрет женщинам на употребление медвежьего мяса с головы и передней части туши медведя основан на древних мифах. В соответствии с орочской мифологией, этот народ произошел от сверхъестественного брака первой женщины с медведем. Такие мифы записывали у орочей Арсеньев, Васильев, Липская и другие исследователи. В целом считается, что женщина находится в более близкой родственной связи с медведями, чем мужчина. Поэтому у разных орочских родов наблюдалось разное отношение к этому табу. У некоторых родовых подразделений женщинам строго запрещали употреблять в пищу мясо медведя. В других муж мог угостить свою жену, особенно пожилую, мясом из разрешенных частей туши зверя. Категорически запрещалось жарить медвежье мясо, солить при варке, грызть его зубами, капать медвежьим жиром на землю. Считалось, что допустившего такую оплошность человека обязательно разорвет в тайге медведь. Значительный процент фотоколлекции Васильева занимают снимки и негативы шаманства, которая в то время, несмотря на христианизацию орочей, сохраняла свои древние корни, верования и их зримое выражение ритуалы. Шаманы лечили своих сородичей, находили потерянные вещи, в соответствии с видом смерти отправляли души умерших в различные загробные миры. Последние десятилетия 20 века, как и у многих родственных народов бассейна Амура, Сунгари, шаманство орочей по своей сущности стало больше напоминать фольклорные праздники. Василию уже удалось показать аспекты самого главного шаманского праздника – Уни. Суть этого общественного праздника состояла в том, что каждый сильный шаман, который имел свою территорию для осуществления профессиональной деятельности, раз в 2-3 года совершал ее обход, очищая жилище от вредоносных духов, подтверждая свой авторитет большого шамана, убеждая сородичей, что они находятся под надежной защитой его силы и поддерживающих ее шаманских духов-покровителей и духов-помощников. У шамана имелся большой эскорт людей-помощников, среди которых находили шаманы-неофиты, слабые шаманы, проходящие своеобразную школу. На фотографиях Васильева прекрасно видно, что шаманы имели грандиозные комплексы ритуальных сооружений, возле которых они совершали умилостивительные, благодарственные, промысловые, метеорологические ритуалы, угощали духов кровью и мясом домашних, диких животных и птиц. Панорамные снимки дают прекрасную возможность проведения сравнительного анализа.
Итак, руководитель Тунгусской экспедиции Куфтин был учеником Дмитрия Николаевича Анучина, основателя комплексного подхода изучения исторического прошлого человечества, включающего в себя методы антропологии, археологии и этнографии. В соответствии с этими теоретическими разработками методология Тунгусской экспедиции задумалась Куфтиным именно как масштабное историко-сравнительное исследование территориальных групп тунгусов на огромной территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Из творчества Анучина Куфтин позаимствовал и плодотворно применил в экспедиции сравнительно религиоведческий подход выявления семантики археологических предметов для реконструкции воззрений и мифологии. В целом, междисциплинарная методика Тунгусской экспедиции включала в себя предварительный осмотр окрестностей конкретного поселения коренных народов, анализ флоры и фауны, обнаружение и раскопки могильников, древних жилищ, сбор археологических артефактов. Собранные антропологические материалы сравнивались с антропологическим типом при антропометрических измерениях и фотографировании. При обследовании современных поселений выявлялась степень обруселости населения, наличие инокультурных компонентов в строениях, жилищах, хозяйственно-культурном комплексе, моделях одежды и пищи. Обнаруживались и тщательно обследовались все культовые сооружения, промысловые, лечебные, шаманские. При записи фольклорных и шаманских текстов привлекались переводчики. Языковые данные сравнивались с опубликованными работами, прежде всего Шренка, Штернберга. Любое описание шаманских верований и ритуалов, классификация шаманских атрибутов и облачения, структуры и пантеона шаманских духов заканчивалось выводом о степени сохранения шаманства и его роли в традиционном и современном социуме. Совершенно справедливо участники Тунгусской экспедиции подчеркнули, что шаманы коренных народов Восточной Сибири и Дальнего Востока не являлись иждивенцами своего рода, как десятилетия спустя будут вынуждены писать исследователи духовной культуры аборигенов в связи с появлением и окончательным утверждением новых идеологических установок и моральных ценностей. Сведения о древней культуре посещенных этносов позволяют проследить процесс ее трансформации. Несомненная уникальность собранных полевых материалов обосновывается тем, что в некоторых местах, посещенных членами Тунгусской экспедиции, коренные народы в настоящее время уже не живут. Например, на острове Уд в Сахалинском заливе Охотского моря. Ныне это остров Чкалово, названный так в честь беспосадочного перелета. На реке Хор, притоке Уссури, экспедиция собирала материалы по культуре удыгейцев. Вот эта карта окрестностей современного удыгейского села Гвасюги на реке Хор. Само село Гвасюги. Удыгейцы, едущие на лодке по реке Хор. А это знаток родной культуры Валентина Атансяновна Калюнзюга возле Удыгейского музея под открытым небом. Гвасюги – это родина первого удыгейского писателя Джанси Кеманко, который написал замечательную книгу «Там, где бежит Сукпай». В заключении видеосюжета можно сказать, что все участники Тунгусской экспедиции принадлежали к одной научной школе и работали в рамках междисциплинарных направлений, которые только через десятилетия получат свое окончательное оформление в виде этносоциологии, этнодемографии, этноархеологии, этногеографии, этнопсихологии, юридической антропологии и других дисциплин. Ученые, работавшие в Тунгусской экспедиции, собрали колоссальный научный материал, который по целому ряду причин пока еще полностью не введен в научный оборот, чем теперь и занимаемся мы, члены грантовского проекта Российского фонда фундаментальных исследований. Благодарю за внимание.